зовут Ербол Хамитов. Я с города Петропавловска. Являюсь вице-чемпионом Азии по версии АИГА и чемпионом Азии по версии ЮВИ по грэпплингу. Являюсь чемпионом Казахстана по паралыжным гонкам. Член национальной сборной Казахстана по паралыжным гонкам. Ходил на бокс, на борьбу. Потом с 5 класса начал заниматься футболом до 16 лет. После 16 лет перешел в смешанное единоборство. В 2016 году перешел в единоборство и в 17 году получил травму, дробовое ранение левой ноги. Пришлось ампутировать ногу. Если кто-то столкнулся с такой проблемой, там, приобрел травму или кто-то родился таким, не нужно сдаваться, надо наоборот вперед идти. Смотришь на свою семью, сейчас на данный момент нехорошее положение, можно сказать. И это меня мотивирует, наоборот. Если я достигну своих целей, и они тоже за мной достигнут своих целей. Из боксера смотрел там Флойд Мейвезер, Майк Тайсон. Потому что раньше тоже бокс нравился. Потом Джон Джонс нравился, UFC дерется, который... Мое достижение, это, наверное, когда я стал в Ташкенте, серебряный призер чемпионата Азии по грэпплингу. Это для меня большое достижение. Я как бы сам не ожидал. Я еще боролся среди здоровых по адальтам, по профессионалам, АИГА. До этого я тоже боролся на чемпионате Азии в Нур-Султане. Это Азия Open по версии UV. Но это было по полупрофессионалам, интермедиа. Там я занял первое место. И после этого я тоже подготовился немножко и поехал вот на чемпионат Азии, который проходил в Ташкенте в сентябре. Там я занял второе место. Сейчас на данный момент перешел полностью, потому что у меня цель именно. Сейчас не получится там и там. У меня когда свободное время есть, я уделяю бразильскому джиу-джитсу, там грэпплингу. А так на первом плане у меня сейчас паралыжные гонки стоят. Сейчас на данный момент чисто национальная сборная Казахстана по паралыжным гонкам. Большое достижение, мотивация для меня. То, что на Азии я стал вторым, пока в сборную попал, но это и не считаю, что я когда в сборную попал, для меня большим достижением. Но все же это как бы тоже считается. Потому что для меня, мне кажется, большим достижением будет это, когда я выиграю Паралимпийские игры. Не успел, когда дедушку потеряла, характер, никогда не сдаваться, никогда не жаловаться, с детства приучал меня. Если, мне кажется, это он увидел, что я сейчас занимаюсь дальше, не падаю духом, мне кажется, он был бы сейчас доволен. Вообще, молодой, мотивирован очень сильно. Хочу достичь Паралимпийские игры. Вообще планирую золото, ну хотя бы какую-то медаль. У нас будет 6 гонок в Пекине. Это 3 биатлонных и 3 лыжных. У нас есть, ну считай, 6 попыток зацепиться за медаль. Я знаю, бывает, тот тренируется, ничего взамен не получает, но это нужно терпеть и доказывать всем, что ты можешь. Я знаю, что будет тяжело. Надо показывать себя, тренироваться и ни в коем случае не нужно сдаваться. Ну вот я люблю, например, паралыжные гонки, борьбу. Я вот этим занимаюсь. Нужно заниматься любимым делом.